Сюзанна Кущан не согласна с тем, что служба не женское дело. Она фельдшер с 4-летним стажем, давно хотела попробовать свои силы в качестве военного врача. И сегодня с другом-коллегой они уже в строю, готовы ехать в Оренбургский край, где будут проходить обучение. Сказали, что можно поехать медиками, вот, спасать жизни. Ну вот мы как-то решились на это. Да, мы, в принципе, поехать. С самого начала хотели, как бы думали об этом. Искали пути. И очень много знакомых, так скажем, связанных с военной службой, говорят о том, что медицинского персонала действительно очень сильно не хватает. Сестру провожаю, она фельдшер. Пошла за опытом. Ей это всегда было интересно. Она всегда хотела военную форму. Мы ее поддержали. Конечно, родители немножечко в шоке, но все равно поддерживают ее. Служить пензенцам предстоит в новых, только формируемых именных подразделениях Сурского края. Названы они в честь людей, прославивших наш город и область. Сегодня у нас сформированы первые подразделения из наших земляков, которые убывают для прохождения дальнейшей службы по контракту. В подразделение отбираются люди от 18 лет по военно-учетным специальностям. Девушкам предлагаются медицинские должности, а гражданам, имеющим высшее образование, офицерские.